8 июля Русская Православная Церковь чтит память святых Петра и Февронии Муромских, чей союз с давних пор считается образцом христианского супружества. Петр и Феврония открыли для благочестивых сердец красоту и высоту православной семьи. И неизменными героями праздника являются семейные пары. И всем этим замечательным, прекрасным парам, которые здесь, на этой сцене, на Рыбновской земле. Мы с вами сегодня приняли здесь участие в освящении этого места святого, куда будут наши дети, я надеюсь, приезжать в день своей свадьбы, в день своего венчания, приезжать сюда и приносить цветы к святым Петру и Февронии. Полноценная, дружная семья – это основа нашего общества. Это большое богатство в жизни каждого человека. И я уверена, что к этому памятнику молодые семьи в дни бракосочетания и не только в эти дни будут всегда приезжать и возлагать цветы к удивительному месту. Пожелаю всем любви, верности, счастья. Сегодня собралось очень много семейных пар, которые прожили в согласии, любви, верности, почитание друг друга. И все это им способствует наши благоверные Петр и Феврония. Пример настоящей любви. Любви, которая заключается в жертвенном подвиге ради другого человека. Этот светлый праздник нашел поддержку во всех российских регионах. Обрел свой символ, ромашку и награду, медаль. Хрустальным голосом копей. Во все времена живите в ладу и гармонии, и пусть будет жизнь ваша освящена любовью Петра и Февронии. Семья любви великой царства. Семья – это труд. Мы вместе прожили уже 50 лет, и того же желаем всем молодым парам дожить до этих лет в дружбе, любви и согласии. Наш секрет семейной жизни, я считаю, в том, что очень любим друг друга. Мудрость и супруга, мудрость и жены. Любовь – это то, что держит нас, то, что нас заставляет жить для семьи. Верность – это то, что это все поддерживает. Семья – это самое главное. И быть счастливым можно только, когда у тебя есть семья. Всех с праздником! Почему семья? Потому что любим, потому что верим, поддерживаем друг друга, потому что дети, потому что мы единое целое. Луна над городом зашла опять. Уже троллейбусы уходят спать. Спасение, пока я помню, я жив.